Региональное отделение Ассоциации юристов России более 5 лет осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края. Организация помогает всем желающим получить квалифицированную профессиональную помощь юристов. Самое главное – бесплатно. Вопросы различного характера, в основном земельно-правовые споры, это границы, неустановленные земельные участки, бытовые проблемы, защита прав потребителей, все что угодно. Татьяна Лепко пришла на юридическую консультацию не одна. Жители одного из жилых многоквартирных домов Анапы давно волнует одна проблема. Раньше их дом находился под управлением ТСЖ, а затем перешел в управляющую компанию, руководитель которой выставил вторичный счет за коммунальные услуги. Жильцы платить отказались, так как заплатили за них, еще находясь в ТСЖ. Тогда руководитель управляющей компании подал в суд. Нас устраивает вполне ответ. Нам объяснили, как писать встречный иск. Нам объяснили, что наши интересы можем представлять не только мы, но и прокуратура. Выездные встречи для сотрудников ассоциации – полноценный рабочий день. В графике работы еще и проведение социально значимых проектов, таких как юридические олимпиады, различные конференции, круглые столы. Посетили уже многие регионы края, как то Новороссийск, Крымск, Сочи, Крыловский район, Тбилисский район, ну и многие другие муниципальные образования. Многие анапчане остались довольны оказанной помощью юристов в решении непростых и спорных вопросов. В дальнейшем организация планирует и дальше продолжать консультации для анапчан. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа регион.